Як ми і обіцяли, нарешті в нас в студію до нас прийшла Анечка Завальська. Доброго ранку, Калініков. Доброе утро. Я всім нагадаю просто, що цей Новий рік ознаменувався приходом Ані до нас в студію, і Калініков не витримав, закохався без тями, хотів зробити тобі пропозицію, Анечка. Навіть купив, навіть купив обручку, але я сказала, що це соромно, хай він спочатку назбирає гроші, потім подарує. Я просто передам те, що він подарував тоді. А от, не знаю, Зараз я її навіть увімкну. О, Анечка. Это как раз по мне. Это я мой размерчик. Да. Проблесковый маячок. В машине едешь, и все разъезжаются. Знаешь, такой раз. Просто я так подумала, что Анечка, это трошки не твой формат. Хай видно диаманта он избирает, потом же будет подкатывать. Правильно? Ты знаешь, когда хороший человек, и такая подойдет. Все нормально. Я не знаю, ты что, погоджуешься? Тобто я забыла, что я пропозицию от Калинникова, она погодилась. Дело в том, что предлагаешь мне ты. Во-первых, я не могу понять, почему она стырила мою Китю. Это колечко называется Китя. Покажите крупное. Не все же сейчас я выключу, чтобы она не мигала. Это же Китя. Видите, она Китя с бантиком. Ну, мне еще никогда не делала девушка предложение, поэтому я согласна. Итак, одруження Егора Калинникова и Ани Завальской в прямом эфире. Слушай, а ведь правда у Татьяны какой-то специфический юмор? Вот слушаешь, я думаю, она просто возбуждена. О, слушай, а давай-ка это обсудим. Мы это обязательно обсудим, но чуть позже. После того, как мы обсудим... Твои фотки у Facebook. Давайте. Что происходит? Что происходит? Я не могу понять. Да, фотография. У нас есть фотография. Я как бы слежу за твоей жизнью. Так получилось, что мы там с тобой дружим в социальной сети. Пока только лишь. Да. Вот. И, значит, есть фотография. Покажите, пожалуйста. А, вот уже показали. Скажи мне, пожалуйста... Что это? Чьи это пальцы? Там же был комментарий. Там был комментарий, но я хочу услышать от первоисточника, что происходило. Это такая идентификация пятой точки, я так называю. Так. На самом деле, это обалденный подарок. Я очень люблю хореографа Сайна. Руслана Матова. Собственно, он является представителем танцевальной студии Десайт. И поскольку так случилось, что несколько раз я бывала в этой студии и выступала для ребят, меня наградили этими почетными штанами. Так. Собственно, теперь, как мне сказали ребята, ты почетный десайдовец. Вот, собственно, вот в них я и занимаюсь. Понятно, у нас есть еще фотографии. У нас есть еще фотографии. Но что-то многие фотографии требуют объяснения. Покажите, так, Егор, я думаю, что мы до утра не справимся, раз комментируем. Не, вот там вообще всего две-три. Ну, вот давай. Еще одну. Покажите, пожалуйста, фотографию. О. Вот эта фотография, я тебе скажу честно, я поставил себе на рабочий стол на моем компьютере. Несмотря на то, что она не того разрешения, как мой компьютер, но тем не менее ничего. Так вот зеленый фон вот такой у меня тоже на компьютере. А если бы растянуть фотографию, вообще было бы замечательно. Где это? Слушай, это новогодняя ночь. Так. В эту новогоднюю ночь я вела, собственно, вечеринку в стиле Гэтсби. Поэтому платье соответствующее по дресс-коду, все как положено. Вот, кольца мне, правда, не хватало. Вот, собственно, ну и это был гостиничный номер в прекрасном комплексе «Аквамарин», в котором, собственно, работала. Это было у меня один вопрос. Кто в этом году не праздновал новогоднюю вечеринку в стиле Гэтсби? Мне кажется, таких людей просто нет. Мне кажется, что только ленивый не отметил вечеринку в стиле Гэтсби, и что мне кажется, что уже количество этих вечеринок зашкаливается, возможно, допустимые нормы. Ну, что ж, тема будоражит, антураж, Ань, давай поговорим, поговорим еще и о твоем творчестве. Ты о музыке заговорила. Да. Я же даже попытаюсь напеть, хотя я человек не поющий. Вот это мою вот. Артхаузное кино, простит меня, Николаев. Как ты знаешь? Я поражаюсь. Егор, не слыша ни разу песню, уже знает ее мелодию. Браво. Хорошо, что об этом не знает Николаев. Хорошо. Нет, серьезно, давай, рассказывай, что за артхаусное кино, почему такое название? С удовольствием. Вот буквально, это моя первая премьера этого года, и всегда трепетно отношусь к тому, что когда запускаешь новую песню, всегда очень переживаешь о реакции на нее. Mm-hmm. Песня очень мелодична. В принципе, мелодики от меня и от Алины очень часто ждут, потому что, прежде всего, нас Звыкла. Помнят по лирике, так. Да, по хорошей лирике. Я помню вас как бы и сейчас по мелизмам. По мелизмам. Вот, это все штучки, моя сестра. Это... Она просто совершенство в этом. Вот. А что касается меня, то тут скорее, конечно, как и прежде, акцент на текст. Вот. Текст достаточно непростой, но при этом очень такая легкая запоминающаяся мелодия. Эта песня буквально сегодня заходит на радио. Почему так. Я не могу еще представить слушателям и зрителям подъема, потому что, в принципе, право первой брачной ночи должно все-таки... Да хорошо, первой брачной ночи, ну а показать ножку можно? Ножку. Слушай, я бы с удовольствием, но очень сложно объяснять на пальцах, что за песня... Ну хотя бы как там пропивается артхаус? Я могу сказать только одно, вот прям сразу отказываюсь петь, только для того, чтобы заинтриговать зрителей и сказать, что, наверное, эта песня неразделима с аранжировкой. Мы песню написали вместе с моим саунд-продюсером-композитором Дмитрием Саратским. Так. А, собственно, текст родился намного позже, когда появилась концепция вообще музыки, да? Поэтому ее очень будет непросто напеть, хотя могу процитировать текст припева. Вот, давай, цитируй, давай. Конечно, давай. Потому что я обычно цитирую Седокова в этой студии. Хочу цитировать и тебя. Слушай, потому что... после этих слов я отказываюсь цитировать. Нет, поверь, я цитирую Седокову иронично, потому что там страдания в основном. Нет, на самом деле могу сказать одно, что песня, давайте так, песня о
вот желание, которое понятно каждому из нас. Каждому из нас от перенасыщения информации, от непонимания так. хочется иногда уйти в себя. Вот в этой песне есть фраза «я ухожу в себя». А дальше ищите. Ищите эту песню в, на волнах любимых радиостанций. Добре, не питання. На радіо «Грець з ним» хай буде. Але кліп я просто вимагаю, щоб прем'єра була у нас. Я требую. Хаосний кліп, да? Обов'язково. Але а если будет снимать французский режиссер, то вообще прекрасно. Скорее будет снимать режиссер из Питера, из Санкт-Петербурга. Кстати, вот буквально завтра я лечу на переговоры по поводу этой видеоработы. Анечка, если, подожди секундочку, а есть ли идеи вообще, или ты летишь за идеями? Ты знаешь, вот самое главное — это общение. Вот фактор человеческого коннекта, он очень важен. И иногда идеи тебя выносят за пределы твоего вообще там воображения. Точно так же, как было, например, с моим парижским видео «Виниловые сердца». То есть мы креативили прямо на месте. Мы создавали эту работу, непосредственно вот собирали из того, что приходило. Ну, поэтому завтра может произойти все, что угодно. Лишь бы только не было Короче, войны не придумала в нашей стране. Еще, я понял. Я не придумала, да. Я думаю, задача режиссера все-таки прежде всего. Хорошо. Анечка, а ти придумуєш, куди сховати заначку, наприклад? Чи є в тебе заначка? Ми просто сьогодні говоримо про заначки, про бюджет, як його правильно планувати, щоб вистачало на заначку. Ну, скажем так, у мене просто, ну, для мене дуже важливо, щоб був какой-то НЗ, да? Вот просто важно. Но его не, он не буває ніколи большим, поэтому я так. не заморачиваюсь местами. Тоді я запитаю прямо. Ти переїхала після Нового року в нову оселю. Да. Де в твоїй новій оселі місце заначці? Да вот еще нет, понимаешь, в моем новом месте жительства еще практически ничего нет для того, чтобы, знаешь, можно было комфортно существовать. Но ремонт сделал уже. Есть главный, любимый человек. Так. А что касается ремонта, то он в процессе, потому что на самом деле новоселья еще не было, все в процессе, то есть мы обустраиваем пространство, поэтому это такой длительный процесс, и это еще все еще там, на стадии креатива, на стадии придумок каких-то идей совместных. Так, Анечка. Я как эфирная сорока замечаю на твоих пальцах кольца, но не вижу на том, еще когда, нет. будет Слушай, ли, вот может ли. И ты туда я же. Услышал мой любимый человек формулировал и понял, что это не я, потому так что не вот. Я. И кто, да что? Дорогой Егор, с таким ручками не выходит за. Вот кто первый, тот, кто первый встал, того и тапки, знаешь, что как говорится. На самом деле, я скажу только одно. Ну ничего себе заявочка, сейчас я наконец уберу стульчик, кто первый так, встал. Дорогие тапки. Мои, так. я могу ответить на вопрос только, только одно. Независимо от того, есть ли на твоем пальце кольцо, нет ли на твоем пальце кольца, отношения, и тем более, когда уже такая стадия. Знаешь, говорят, что отношения проходят испытания несколькими этапами. И вот ремонт и новоселье – это тот этап, который может быть критическим. Я надеюсь, что мы пройдем этот экзамен достойно, потому что независимо… Итальянская плитка уже заказана. Если бы, все еще, вот знаешь, такая полевая кухня и все такое. На самом деле, драйв только от того, что все это создается вот в режиме реального времени. И могу сказать только одно. Независимо от того, есть ли кольцо или нет, возвращаясь к вышесказанному, ты каждый день должен просыпаться с мыслью о том, что ты работаешь над этими отношениями, и ты вместе с человеком строишь свою жизнь. Как звать этого человека? Его зовут Дмитрий. Дмитро. Так, хорошо, тогда я настаиваю на то, чтобы на новоселье, собственно, когда закончится, придет плитка, уже поставят умывальники, унитазы, все. Ты нас пригласила обязательно на чайпинте, познакомила с Дмитрием, которого я ненавижу уже заочно. Дима, привет, доброе утро. У нас в гостях Анна Завадська. Большое спасибо, что пришла к нам. Таня Жилецкая, Егор Калиников. Подъем завтра в 7 утра. Не пропустите. Ранок может быть добрым. Побачимось уже завтра. Что за Дима? Я не понял. Что за Дима? Если